Вот уже 45 лет Воронцова Татьяна Дмитриевна и Виктор Викторович вместе. Виктор Викторович родился в Москве, Татьяна Дмитриевна в Вольске, Саратовской области. Затем Виктор поступил в военное училище, которое находилось в Вольске. Татьяна Дмитриевна училась в медицинском училище. На одном из танцевальных вечеров будущие супруги и познакомились. 45. 46-й год с марта месяца этого года. 46-й год пошел. Да, 45 лет, 25 марта. 25 марта этого года. 45. А знакомы мы 66-го года, то есть год мы встречались. Через год по окончании училища мы решили пожениться. Мы поженились на третьем курсе на училища. Курсе. Я еще был курсантом, она еще была студенткой. Затем были направлены в округа по распределению Министерства обороны и служили вместе. Сначала в Забайкальском военном округе. Там у них родилась дочь 8 июля. А мы остались там. И вот, собственно говоря, после того, как уже прошли эти все события с Китаем, когда у нас была заварушка так настоящая, там пришлось, конечно, вот, там пришлось повоевать маленько. Там окопаниры мы рыли, окопы рыли, танки зарывали. Семьи все у нас ушли, мы сидели все, собственно говоря, в окопах. И ну, в общем, это напряженная была обстановка. Ну, мы были молоды, и, в общем-то, этого, конечно, сейчас мы вспоминаем. До конца не ощутили. Не ощутили всего, да. Всей серьезности. Потом они поехали в Белоруссию и 2 года прожили в городе Борисове, затем 5 лет в Венгрии. С августа месяца 81 года они приехали в Муром. Татьяна устроилась работать в Сбербанк и до пенсионного возраста работала там. Виктор Викторович сначала работал на Дзержинском заводе, а затем перешел на общественную работу. И я перешел на общественную работу. И вот уже 11 лет руковожу. Председатель Совета ветеранов округа Муром. Войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Жизнь Воронцовых была непростая, кочевая. Их дочь сменила 7 школ. Сами Воронцовы успели пожить в 8 округах. Я всегда была готова. Приходит вечером, собираемся. Все, у нас походные ящики, все складываем быстренько, все, что необходимо. Никаких таких условий к жизни, комфорта у нас не было. Все было такое. Все было с литерными номерами. Да. Тумбочки под номерами, кровати под номерами, столы казенный. Под номерами. Все было казенное. И вот уже когда приехали в Муром, вот здесь мы уже основались, вроде бы как бы тут у нас 30 лет вот этой вот уже спокойной жизни. А так в какой-то степени это даже интересно. Много повидали людей, городов проехали много. У Виктора и Татьяны есть внучка и внук. Для них дедушка авторитет. А он-то вот сейчас внук и внучка, они очень любят дедушку. И он тоже, как бы, все, что не смог реализовать в молодости, сейчас это все. Авторитет. Да, на внуков. Над внуками и внучками. По словам Татьяны Дмитриевны, самое главное в семейной жизни – это взаимоуважение, терпение и умение прощать. Людмила Филатова, Александр Бурсуков, Муромский меридиан.